это пространство, это такой частный музей, этномузей моей подруги Станки Ленарчич, которая ничего не понимает в современном искусстве. И прошлым летом она сказала, что, конечно, пространство абсолютно не приспособленное для выставок. Но говорят, если у тебя есть какие-то идеи, то можем здесь сделать что-то. И я ухватился за эту идею, потому что я, как куратор, очень люблю работать с необычными пространствами и менять их. И в прошлом октябре мы впервые сделали здесь выставку украинской художницы Олі Дерхост. В Словении очень много художников, но при этом Словения достаточно провинциальная в искусстве. При этом есть мирового уровня художники, несколько художников, очень крупные. Но, как я уже давно говорил, я хочу один текст написать, что Словения сама по себе является искусством. Как? Потому что я тут хожу, и я вот вижу, что каждый кусочек этой страны это как произведение искусства. Люди абсолютно не думают, что они создают искусство. Здесь они просто живут так. Но они живут так, что я не знаю, они могут косить траву таким образом, что это превращается в искусство. Они оставляют одно дерево, и это превращается в произведение искусства. Я все время вот проезжаю, еду на машине, смотрю и думаю, какое счастье, что я здесь живу.